ロシアのアニメーション作家ユーリー・ノルシュテイン、代表作の霧の中のハリネズミや話の話などはいずれも芸術性の高い作品として世界から評価を得ています。そう、ジブリ美術館のポスターに登場する人物が彼なんです。高畑監督、宮崎監督ともに深い親交があります。Я надеюсь, здесь будет стоять скрижаль, что здесь вот будет, что здесь только два человека. ここに、この机に向かったのは宮崎駿僕が見たところ、宮崎駿よりこの椅子、机が似合うのはノルシュテインさん。ああ、но мне кажется, что как раз это стол и стул это больше подходит к вам, чем к Миядзаки. Это абсолютно правильно. Поэтому я и отсюда. Я думаю, что Миядзаки должен согласиться со мной. そして宮崎さんもきっと賛成してくれると思います、私。ノルシュテインさんは美術館開館する前に美術館に来て、その後何度かもう美術館に足を運んでると思うんですが、この建物の中を歩いた、まあ、建物としての感想っていうのを率直にまず聞かせていただきたいんですけども。впечатление было невероятно. Я приехал в Москву, рассказал своим знакомым и тем, кто близок к мультипликации, говорю: ребята, вы приедете туда, вы слезьми обольетесь от этой красоты и, самое главное, от самой идеи сделать музей мультипликации. Я себе представляю, как расстроится Наум Клейман, директор киномузея в Москве, если он, когда он сюда попадет. Я думаю, что он после этого бросит свою работу и уйдет в синагогу служить. Даже вот место, вот где я сейчас нахожусь, это место дышит культурой. Впечатление, что отсюда хозяин вот вышел на секунду, сейчас войдет, выгонит меня отсюда к чертовой матери и скажет, что мне надо работать. 最初に宮崎駿が作った美術館っていうのを聞いた時と、今おっしゃられた感想を、まあ、おっしゃっていただいたんですけど、来た後とではその、何かギャップというか、考え方に変わったところっていうのはありますか？ Изменения здесь самые замечательные. Они в самом главном.Весь музей с утра до вечера наполнен детским щебетом. Это поражает. Ну, а что касается изменений, они должны быть естественны и будут постоянны, поскольку здесь музей – это не затвердевшее что-то такое, некое тело в янтаре, выставленное на обозрение любопытным. А это живой организм, поэтому здесь будут происходить выставки, наверняка здесь будут наверняка выставляться мультипликаторы мировой мультипликации. Здесь пространство насыщается духом. Собственно говоря, вот это и есть самое главное изменение. И все в согласии с поговоркой «дважды нельзя войти в одну и ту же реку», в которую на самом деле даже один раз нельзя войти.建物として見たときに、その、まあ、この建物は現代建築という、まあ、ガラス、鉄、コンクリートでできた建物と違って、まあ、ある種、非常に懐古趣味的に作ってあるわけなんですけども、それが僕はその子供たちを迎え入れる場所として、それが一番ふさわしいんじゃないかと思ってるんですが、ノルシュテインさんはそういう目でこの建物を見たときどう思われますか？Абсолютно правильно, что для детей нужны формы, которые сходятся с их движениями ладоней. Вот обратили внимание, что у детей очень плавные, мягкие движения всегда, когда они разговаривают. И вот эти плавные формы, они здесь присутствуют. Это, по-моему, точно рифмуется с психологией ребенка. И здесь есть тайны, которые ребенку открываются все время. И здесь есть игры, в которых ребенок просто хочет участвовать, потому что он весь есть игра.
ノルシテインさん自身はその超現代建築とこういうレトロっていうんですかね、古い建物とどちらがお好きなんですか？Я по своему вкусу, по своему вообще пристрастию, вы знаете, и то, и другое, но только традиционные здания, там понятно, гармония, откуда она идет, там есть внутренний закон гармонии. Современные здания, если считать, допустим, современные, даже середину 20 века, если там не соблюдены пропорции по отношению к человеческой жизни, то оно не имеет возможности жить в сознании человека, поскольку все равно высшая степень – это гармония. И даже такие крупные архитекторы, как Корбюзье или Оскар Немейер, японские архитекторы, они в конце концов после такой неуемной жажды внедрять все новое, они все равно пришли к чувству гармонии и соразмерности. Это отразилось сразу в пластике здания, в пропорциях, в линиях. И тогда я могу сказать, я люблю такую современную архитектуру. Тут важно не забыть за словами «современное», что трава сегодня пахнет так же, как пахла 2000 лет назад. И пыль такая же, и дожди идут те же самые. И поэтому, если мы соотносим с этими незыблемыми вещами, то все, что будет сделано из бетона, стекла, из современных материалов или несовременных, все равно войдет в гармонию. Вы знаете, вот я сейчас пока слушал, как вы переводили, я смотрю на эту корзину, на дрова, и вспоминаю свое детство. Оно проходило в доме, жил я в доме, где было печное отопление. И поэтому к зиме мы готовили дрова, а зимой носили их из сарая в дом. И для меня с детства одно из сладостных впечатлений – это сидеть у печки и смотреть на огонь. Я думаю, боже мой, если сегодня дети никогда не видели, как огонь в печи горит, или не любовались и не замирали, глядя на костер или на рассыпанные после костра угли на земле в темноте ночи, то они теряют половину ощущения жизни. そういう意味で、この展示を、例えばこの部屋もそうですけれども、古いものから新しいものまで、そのごちゃごちゃに展示をするっていう、そのこの展示のやり方は、その多分そこに通じるものがあると思うんですね。それは、過去人間が経験してきたいろんな文化の積み重ねが今現在の人間を作って、それが今作られているアニメーションに反映しているという、そういう意思の表明なんです。Ну, на самом деле, вот эта смесь и есть жизнь. Как в семье есть старики, родители, дети, внуки. Вот эта смесь и создает само ощущение, что живем. Причем я смотрю, книги все обтроганы руками. То есть там побывал человек. Это нормально и естественно, ведь иногда приходишь в дом, стоят книги, и ты понимаешь, что они только стоят. Они так и умирают. Это жуткая смерть книги. Здесь все живое. Обожаю, когда книги вот так перевернуты. Чувствуется, что человек там искал истину. Не всегда находил, но искал. Вообще, я обожаю там, где перемешано время. Там, где время побывало. Вот табличка. Наверное, ее сняли с двери откуда-то. Вот то, что она такая обшарпанная, что ее поливали дожди, что светило солнце, краска осыпалась. Покрась ее, и все закончится. で、今回そのノルシテインさんは、そういう、こう空間の中で、展示をやることになったわけなんですけども、普通のその絵画を飾るためだけの美術館と違って、
ある種のこうやりにくさみたいなものもあったんじゃないかなと思いますけど、感想をちょっと聞かせていただきたいんですけど。Но дело в том, что как раз, по-моему, у нас в Франческо счастливый случай, что здесь надо попытаться открыть зрителю нашу потайную жизнь в мультипликации, в рисовании, во всем том, что связано с искусством. А это не только отдельные картины или отдельные эскизы. Вот сам факт, что здесь будут выставлены макеты, которые наглядно рассказывают, показывают этот принцип нашей съемки, нашей работы, нашего ощущения пространства, мультипликации, изобразительного пространства. Это, по-моему, замечательно. Я должен сказать, что для Франчески и для меня это просто событие. Я вчера, вот получив каталог, я вчера ей позвонил и сказал, что Франческо, ты не представляешь, какой прекрасный каталог сделал. Ты что, я ты идти? もっとこうだったらこの建物がいいのにって思ったことはないですか? Вы знаете, вот здесь мне трудно говорить, поскольку, как мне кажется, еще пока такой принцип выставок здесь не сложился. Время должно пройти, чтобы понять, как это должно быть. Ну, например, я не все, что о чем мы говорили, не все получается так, как хочется. Надо все равно вписываться в условия. Ну, например, вот речь шла о макете военного эпизода из фильма «Сказка сказок». Я ощущаю его как некую очень камерную сцену в темноте. А это ощущение у меня идет от ощущения детства, поскольку свет тогда был тусклый, и во дворе действительно устраивали танцы под фонарем, и фонарь светил слабо, и я слышу шорох подошв танцующих и негромкую музыку танго. И мне хотелось это передать в макете, который здесь должен быть. Ну вот первоначально он стоял в другом месте. Кажется, мы договорились, чтобы переставить его в такое место, чтобы кругом была темнота, и чтобы сама темнота участвовала, была частью этого макета. Это вообще для выставки, это очень важно, чтобы так пространство обыгрывать, чтобы оно являлось частью тобой сделанного. Поскольку не может, так как мы работаем в кино, не может эскиз иметь ту самостоятельность, которую, допустим, имеет живопись или афорт. Поскольку ни живопись, ни афорт не завязаны с параллельными искусствами. Поэтому здесь важно создавать условия, при которых эскиз максимально выигрывает, но в будущем соединении с фильмом. Вот из моих пожеланий в связи с выставкой. Мне кажется, что здесь не хватает свободы работы со светом, поскольку эскизы должны висеть так, чтобы на них направленный источник света не отражался в самом эскизе, не мешал смотреть само пространство. И в этом смысле здесь пока не очень эта система света сделана. Тут надо думать о мобильности постановки света на потолке и направленности его потоков так, чтобы зрителю не мешали они смотреть работы. Я думаю, что в этом смысле вот это пространство с шинелью, оно может быть очень выигрышно и выразительно, вот как мне представляется, и если исходить из того, что я увидел там вот сейчас, на сегодняшний момент. Тут я должен сказать, что работа очень красиво оформленная.
вот эти поиски гармонии, рамы, пространства, это очень хорошо. И я увидел свои собственные два эскиза в рамах по шинели. И я просто себя зауважал. Они так хорошо смотрятся. А я вспоминаю, как я их рисовал на полу в маленьком пространстве на куске бумаги. И они мне отнюдь не казались точными. Здесь они просто преобразились. そのアニメーションの映画を作るというのはそのある種時間と空間を、まあ、自分が、頭に描いた時間と空間をそのスクリーンの中に生み出すっていうことだと思うんですね。で、まあ、そういう中で宮崎駿っていうのは自分の作品の中に建物をたくさん建ててきて、で今回その、まあ、実物をものとして建物を作ったわけですね。でそこに僕は何らか共通点があるんじゃないかなっていうふうに考えてるんですけれども、その時間と空間を作り出すのがそのアニメーターもしくはその監督だとすると、彼の そういう仕事と、この、まあ、建築家としての仕事っていうものに何か共通点は見出せますでしょうか。должен сказать, что абсолютно точное замечание, даже хотя бы можно судить по одному тому, что в Москве на наши высшие режиссерские курсы, где я преподавал более 20 лет, мы уже отметили, наиболее часто повторяемая профессия людей, которые туда приходят, это архитектор. Кинематограф – это, конечно, архитектура. Об этом Эйзенштейн писал очень много. Даже он построил такое здание кинематографа, сделал такой рисуночный знак. И здание это было архитектурных форм, и никакие другие формы не могли отразить то, что он считал основой кинематографа. Это абсолютно верно, что мультипликация это вообще кино, пространство и время. И построить через пространство время или через время пространство, поскольку одно без другого не существует, оно просто исчезает, если нет времени без пространства и наоборот. Это самый сложный, самый тяжелый момент, поскольку в сущности в этот момент в какой-то степени ты являешься, ну не могу сказать богом, но можно употребить слово демиург, более точное и менее выспренное. То есть ты создаешь новую вселенную, которая находится между твоими ладонями. この建物を、まあ、僕たち日本人が見るとですね、十分に、西洋風というか、に見えるんですが、シティンさんから見ると、この建物っていうのは一体そのどう見えるんだろうな。Тут по каким принципам судить, понимаете? Есть понятие балки, допустим. Вот потолок, вот балка. Это характерно для любой архитектуры, поскольку это связано с крепостью конструкции. И открытая балка – это характерно для, допустим, голландских домов. Но это точно так же и в Германии. Это точно так же и в России. Поэтому есть строительные принципы. Они абсолютно незыблемы. Да, конечно, вот принципы дверных проемов, как пространство оформлено, комнат, камины. Тут много от Европы. Но дело в том, что чем насыщается, каким духом насыщается. Для меня всегда разница между... вот я пытаюсь сравнивать Восток и Запад, Европу, допустим, и Японию, пытаюсь сравнивать, пытаюсь понять, что же принципиально, какое принципиальное различие. А все-таки принципиальное различие существует. Европа прагматична. Европа желает все высчитать. Все. В этом смысле в Японии нет прагматики. Япония – это пространство с обратной перспективой. То есть Япония знает,
что нет конечности философии, нельзя вывести некий твердый закон, следуя которому ты получишь благополучие в жизни. Тут опять принципиальная разница в том, что это музей, но это и не музей. Это такой живой организм. И здесь постоянные будут подвижки. Раз будут люди, и люди будут трогать все это, значит, здесь будут постоянные подвижки. И здесь нет ощущения, понимаете, опять сравнение Европы и Востока. Здесь нет, на Востоке нет ощущения чрезмерности, поскольку известны более глубинные истины. Если вспомнить историю просто развития мысли, то в сегодняшнем прагматизме Европа так далеко ушла от простодушия, что еще должно пройти немало времени и, может быть, даже и потрясений, чтобы вернуться опять к вещам, о которых говорил даже тот бродячий философ, родившийся 2000 лет назад, о вещах очень простых, о пении птиц, о зерне, которое брошено в землю, и если не умрет, то останется одно. И вот это ощущение текучести, оно в Японии проявляется очень отчетливо. И вот здесь, в музее, это ощущение текучести, я его просто чувствую, даже сами формы музея. На самом деле, ведь в искусстве очень важен вот этот момент не наступления на человека, а наоборот, приглашение его в себя, к себе, в свой мир. И приглашение это должно быть тихим, не без жажды его атаковать. И, к сожалению, в Европе эта жажда себя навязать, она очень сильна. И, если говорить о истоке искусства, о таких фундаментальных вещах, то мне, например, Япония гораздо ближе по сути и гораздо ближе то, что происходит здесь, вот эта скромность, приглашение сюда, когда человек не орет, а говорит тихо, так, что даже к нему надо прислушиваться. То есть, в сущности, все строится, приводится, сводится к одному – настроить внимание смотрящего. ノルシテインさんはこの建物の中で一番気に入っている場所はどこですか？Вы знаете, вот пока вы переводили, я опять все смотрел на эту корзину, на дрова. Дело не в том, какая мне часть понравилась. Я смотрю, где дети наиболее активны, где они жаждут жизни. Там внизу у колодца, где можно воду набрать, где можно плескаться, где тебе родители не скажут, что это нельзя делать, где они находится в совершенно естественном состоянии. Мне кажется, дети сюда приходят не для того, чтобы что-то внимательно увидеть, посмотреть, запомнить, а приходят для того, чтобы здесь прожить кусок веселой жизни. Это у колодца, это подняться на башню туда и там, на этом пустыре, посидеть, как я первый раз там посидел, совершенно вошел в свое просто детство. Вот для этого. Поэтому тут я не могу даже сказать, какая мне часть больше нравится. Вот мне нравится там, где дети находятся в абсолютно естественном для себя состоянии. Тут важный момент, что, как мне кажется, здесь родители больше учатся у детей. И родители должны... Родители вспоминают, что они сами были детьми. И в них вдруг просыпается простодушие. И я могу себе представить, что в душе они думают сорвать себе галстук, пиджак снять чертовой матери, закатать штаны и бежать по лужам со своими детьми. А потом сесть и читать очень серьезные книги. Прочитал хайку, сделанную самой жизнью. Хайку из Одессы. Разговор двух женщин. Светит солнце. На улице встречаются две женщины. Одна другой говорит, какие нынче погоды. А другая отвечает, как жаль тех
кто умер вчера. Вот и вся философия жизни.